Всем привет, с вами Сонька, и это видео я хочу посвятить плюсам и минусам лета. Поехали! Если тебе интересно, то продолжай смотреть это видео. Летом каникулы, не задают домашнего задания, можно есть свежие фрукты. Летом очень тепло, можно купаться. Летом просыпаются все насекомые, задают много литературы читать. Иногда летом бывает очень жарко, что невозможно выйти из дома. Ну, на этом было все. Если тебе понравилось это видео, то поставь огромный пальчик вверх и подпишись на мой канал. Пока-пока!